Как избавиться от боли без лекарственных средств? Выход есть. Что я могу вам порекомендовать? Это направление, которое называется кинезиотейпирование. Кинезиотейп – это инновационный пластырь различных цветов. Он служит для снятия болевых ощущений и поддержки травмированных мышц и связок. Это пластырь, который не содержит лекарства. Снятие болевых ощущений при травмах различного происхождения, таких как ушибы, вывихи, отеки, растяжение, остеохондроз, артрит. Используется он также при таких заболеваниях, как ДЦП, при различных нарушениях опорно-двигательного аппарата. Подобной методикой мы владеем уже давно и очень успешно и активно используем в терапии наших пациентов. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока!